Когда начинаешь осознанно смотреть на свою жизнь, позволяешь говорить душе, и когда слышишь ее шепот, начинается жизнь, у которой другой вкус. Краски играют по-другому, и ты наслаждаешься каждым мгновением. Мне понадобилось более 40 лет, чтобы понять эти как бы простые правила жизни. Самое трудное было сделать реальные шаги навстречу зову души. Но преодолевая страхи, неуверенность в себе, сомнения, и шаг за шагом начала свой путь в мир искусства, который длится почти 5 лет. За спиной уже несколько выставок моих картин и участие в конкурсах. Сегодня я хочу вам представить одну из своих работ с названием «В глубине». Картина создана, используя акриловые краски и мастихин. Но самым значимым элементом при создании картины является вложенная энергия вдохновения, уверенности, позитива, гармонии и любви. Любви к себе, к жизни, к другим. Это именно то, что я передаю через свое творчество. Наслаждайтесь и наполняйтесь. Картины, созданные мной, не только украшают интерьер, делает его привлекательнее и уютнее, но благоприятно и вдохновляюще действует на человека. Я знаю, что я в самом начале этого пути, но мои планы длятся далеко в будущее. И одно я знаю точно, что невозможное возможно. И ответив себе на вопрос, почему я творю, почему я занимаюсь тем, что создаю картины, ответ очень прост. Я просто не могу этого не делать. Это моя жизнь, как вдох и выдох. Благодарю за внимание.